Всем привет, дамы и господа. Это момент из стрима. В основном голос не записался, потому что чувствительность микрофона была понижена, и когда я говорил, многие моменты просто было вообще не слышно, поэтому это я переозвучиваю свою же запись. Ну, так, вкратце. Трек, который будет играть на фоне, это я сам, собственно, написал его, сам, собственно, сделал. Поэтому, если вдруг будет желание, могу для вас тоже что-то смастерить. Ну, естественно, не за просто так. После того, как мы появились в мире, я немножко поднастроил его, чтобы он менее лагал, так как имелись некие просадки в FPS. Забираем сундук. Удивился, что имеется сразу такой артефакт, но как потом, так сказать, досоображал, что это даже особо ничем и не полезен. Смотрим на мини-карту, видим, что у нас имеется пара деревень. Я думаю, решаю, куда пойти, в верхнюю или в нижнюю, и предпринимаю катастрофическое решение, о котором я потом жалею весь оставшийся ролик, потому что надо было начать только с верхней деревни, а потом вниз идти, так как имеется ряд неких событий, которые последовали этому. Смотрю, удивляюсь, что верстаки в данном моде имеют каждое свойство различные под определенные из вид древесины. Понимаю, что на лодке будет быстрее, крафтим лодку и плывем. Ну да, довольно быстрее. Исходя из того, что я очень давно не играл, имеется много всяких неожиданностей, много всяких моментов, которыми я руководствовался просто на эмоциях, на удивлениях. Но, к сожалению, не записался. Голос во многих моментах. Многие мои удивления были просто шокированы. Удивляюсь, что имеется ряд определенных мобов. Это деревня с этими квак-лягушками, которые довольно интересно выглядят. Также я смотрю, что можно найти из данной деревни вынести, начинаем ее грабить потихонечку, все равно это этим местным жителям не понадобится. Лачуги и сама вообще деревня выполнена в довольно таком красивом стиле, мне очень она понравилась. Просматриваю, что прогрузилось дальше. Дальше начинаем, продолжаем грабить, даже не продолжаем, начинаем. Короче, я здесь тоже запутываюсь, на стриме также было. Вот. Удивляюсь, что здесь очень много этих новых, скажем так, жителей данной деревни. Пытался с ними поторговать, но так и не понял как, поэтому бросил эту задумку и продолжил далее воровать, скажем так, с этой деревни. Далее идут некоторые нарезки, помимо ускоренного видео, а именно это связано с тем, что
во многих моментах из-за очень хорошего соединения какие-то неполадки, обрывки произошли, и видео очень сильно тормозилось. Пришлось прям половину, наверное, серии точно вырезать отсюда, к сожалению. Нашел новый гриб, новую лачугу грибную. Ну и дальше также смотрим, что с нее я вынес. Удивляюсь ягодкам колючим, они очень понадобятся в будущем, поэтому я решил их все насобирать. Не понимал, к чему данное предупреждение появляется. Спустя, наверное, минут 30, когда повторно оно появилось, к сожалению, на записи этого не было момента, я сообразил, что мод стоит на автосмену оружия, если оно повреждено критически, чтобы не потерять данное оружие, если оно является хорошим. Иду, смотрю, вижу деревню. Все, я, то есть, в основной деревню, в которую я хотел прийти. Увидел много мобов под домиком. Решил этот домик оставить нетронутым, скажем так. Когда я поднялся на данный мост, я услышал ведьму. Я не понял, где она вообще звучит. Получил новое достижение, посмотрел, что это. Также параллельно я очень сильно удивлялся насыщенностью ресурсом из данной деревни, но понимал, что у меня все забито. Надо что-то было предпринимать, что делать. А это вот ставим таким образом сундук, ну и дальше продолжаем грабить деревню. А это, пожалуй, один из самых пугающих моментов, который произошел на стриме. Когда я услышал ведьму, я думал, она где-то далеко стоит, я заглядываю в кабинку, пугаюсь в эту лачугу и думаю, блин, главное, чтобы она меня зельем не убила. Сказал пару слов о том, что давай заключим пакт, а не нападение.
на что ведьма решила меня не трогать. Я был очень сильно поражен. Также записал короткий шортс на YouTube, выложил. Собираем все, что можно, лутаем по максимуму. Решил потыкаться зомбятиной. Понял, что больше тыкаться нечем. Осталось только кирка. Ну, надо как-то, так сказать, преобразовываться. Вот. К сожалению, с этого момента больше половины ролика пришлось вырезать. Увидите отрывками, обрезками, потому что запись просто стопорилась, голос производился, а запись картинками не грузилась. Вы, как вы видите, просто фотографии, но на самом деле это видео идет, и здесь даже был мой голос. Ну, я его также вырезал, потому что имелись некие дефекты, связанные также с микрофоном, который, слава богу, я уже наладил, настроил. Здесь я вижу слайма, очень интересная картина. У меня в руках в четвертом слоте находится книга интересная, которая преобразовывает любых мобов, которых я ударил, направлю удар этой книги в моба. Он превращается в слизня. Я очень был удивлен, и мне это понравилась книга. Я ее решил оставить как свое одно из оружий. Далее грабим деревни, и я появляюсь уже в том моменте, когда часть деревни я разграбил, часть мероприятий я уже произвел, и уже начинаем что-то творить, что-то делать, потому что надо было быстрее это все, так сказать, залутать, но времени так было и много. Достаточно большое количество времени я потратил на залут всей деревни. В данный момент я увидел, что в деревне заспавнился портал Вент. Я решил забрать все магмовые блоки, чтобы потом произвести некую оборону в своем жилище, в своем помещении, где я буду останавливаться. Когда я увидел, что в сундуке находится мало ресурсов, я был очень сильно расстроен и подумал, что мне что-то надо было предпринять, что-то сделать. И я просто поднимаю голову вверх, вижу этот золотой блок, и я такой: о, чудо, блин, золото, это здорово, это круто. Нашел носатого с мечом, хотел у него отжать нагрудник алмазный, и, к сожалению, не вышло. Делаем точку респауна, думаю, можно как-то переименовать, к сожалению, не вышло. Как вы видели, в моем инвентаре находится уже рюкзак. Как раз на моменте, когда залагала запись, я создавал данный рюкзак, добывал коров, также полутал немного яиц с них, мод с определенным шансом дропает яйца с мобов. Мне очень сильно повезло, и у меня на данный момент уже имеется приличное количество яиц, что в последующем я надеюсь хорошо как-то заиспользовать в фермах, автофармилках и так далее. Смотрю, что волки били овцу, и с этой овцы также появилось яйцо. Меня это очень сильно развеселило, потому что, блин, первый раз такое вижу, но очень забавное. Дальше начинаем, дальше продолжаем грабить деревни, ну и вернемся чуть позже. Наступила ночь, я соображаю, что мне надо предпринять какие-то действия, необходимо найти домик поспать. Я искал все близлежащие дома, но так и не смог найти гребаную кровать, которая, к сожалению, у меня была с собой, но я оставил в предыдущей деревне, чтобы не занимала лишнего места, но и не подумал об этом. Вот. Почему я упал с такой высоты, на меня не принесло никакого урона, а это на мне находятся ботинки, с которыми я могу, как видите, на ногах. Ботинки зайцев – это артефакты, с помощью которых я спокойно могу прыгать с любой высоты, и мне не будет наноситься урон. Но также я могу и прыгать более чем на 2,5 блока. Здесь сражаюсь с криперами и вижу, как я лутаю лутбэк из мода другого тоже. Я был очень сильно удивлен, не думал, что я так быстро смогу его выбить, потому что я считал, что шанс там маленький на его упадение. Зомби упал с железный слиток. Меня очень обрадовало, потому что мне очень хотелось заапгрейдить свой рюкзак, так как места катастрофически было в нем мало. Здесь предстоял сложный выбор. Вот я хотел как раз понять, как крафтить рюкзак следующего уровня, либо медный, либо железный. Все-таки предпочел сразу железным обоздать. О чем дальше
изменил свое решение. Подойдя к озеру, увидел, что на мне висит эффект данных морских жителей. Я не рисковал переплывать через реку, потому что думал, мало ли, вдруг они меня хотят убить. На мини-карте и на обычной карте увидел новые сооружения, в которые я также приступил к дальнейшему расследованию данных сооружений и отправился в путь. Идя по дороге, обнаружил много всяких интересностей, таких как гигантские щели, необычные структуры. И наткнувшись на данный домик, я думал, что здесь будут какие-то разбойники, а здесь были местные жители. Ну, я занялся, естественно, своим любимым делом уже, а это лутанием этой данной лачуги. Исходя из того выбора, пойти вниз на дом, в который живут разбойники, ванильная структура, или поплыть по карте, которая что-то мне даст, возможно, покажет, или будет менее как-то опасно, я предпринял решение скрафтить лодку и плыть на данный крестик, дабы найти какой-то клад. Я думал, что там, да, будет какой-то необычный клад, еще что-то. Спрашивал у зрителей, что они могут подсказать по данному укладу. Может, они что-то знают, может, как-то играли с данным модом, какой-то перевод карты, потому что я так и не понимал, что это. Все, плывя ближе и ближе, я начал ощущать, что я уже нахожусь на месте. Думал, что это где-то рядом. Увидев деревню, я думал, это она. Но, к сожалению, увы и ах, как говорится, это оказалось не она, потому что мне надо было плыть еще дальше, поэтому поплыли. Выйдя на берег, я понял, что что-то необходимо делать, дабы поспать, либо предпринять какие-то меры. Понимая, что у меня весь инвентарь переполнен, мне хотелось унести опять эту же всю деревню. Очень люблю лутать, так сказать, разграбить всю эту деревню, но понимая, что надо в первую очередь найти кроватку, чтобы поспать, переспать эту ночь, переждать, было предпринято решение потом вернуться в данную деревню и всю ее залутать. Найдя кровать, мы заснули, поспали, проснулись и приступаем дальше. Приближаясь все к этой точке, я на карте обнаруживаю, где она может быть плюс-минус, потому что имеется какая-то непонятная структура, на что я понимаю, что это, скорее всего, она, и бегу уже напрямую к ней. Найдя небольшую шахту, я думал накопать немного железа, дабы апгрейднуть себе рюкзак, потому что я все-таки понимал, что я иду в какую-то необычную структуру, и если там будет много лута, то мне надо как-то его вынести. А даже с моим рюкзаком у меня места на инвентаре катастрофически нету. Но ничего не оставалось, как идти дальше, надеясь, что в данной структуре я смогу что-то обнаружить. Подойдя к данной структуре, я увидел, что это просто куб, но оказалось, это не куб, а голова крипера. Я просто зашел не с той стороны. Начал спускаться вниз и в моменте понимаю, что у меня имеются ботинки на отражение урона от падения. И спустившись, я уже начал осознавать, что мне надо предпринять какие-то действия, дабы как-то обезопасить себя, сохранить. Здесь я, войдя в данную комнату, я вижу, что имеются криперы, имеются сундуки и все. И я здесь понял, что это мой рай. Насобирав немного ресурсов, я предпринимаю решение, что надо быстро пролутать все ресурсы, не сражавшись с мобами, потому что экипировки моей мало ли будет мало, вдруг тут более сильные враги, а еще какая-то информация тоже неизвестная мне. Увидев, что на меня движутся несколько криперов, сзади атакуют зомби, я думаю, ладно, в эти секунды позже мы заглянем, все это залутаем уже в следующей серии, как говорится, в следующий раз, потому что я решил, что данную структуру я залутаю и, так сказать, на сегодня будем заканчивать. Пробежав все комнаты по-быстрому, я понимаю, что да, они имеют быть, они немного интересные, но вот эта паутина бесячая меня очень сильно раздражала. Я вам даже не передам словами, насколько. Увидев, что структура имеет небольшое расположение, я решаюсь ее всю залутать. И когда я обнаружу на карте вот это, я понимаю, что да, я знаю, чем мы займемся в следующей серии. Я это говорил не раз. Но когда обнаружив еще три рядом,
Я понимаю, что это все-таки не та структура, а это мод добавляет их, потому что данную версию данной структуры еще не добавлено в игру. Эх, я очень опечалился и приступил просто дальше, пока лутать, дальше заниматься всей этой скучной работой. Дойдя до последней комнаты, посражавшись с скелетом, естественно, выиграв на одном поединке, я понимаю, что, блин, ну, места вообще нет. Надо лутать эту всю структуру. Я ее хочу всю залутать, но перед этим и перед тем, как пойти спать, я хочу заапгрейдить свой рюкзак. Чтобы грамотно все это сделать, мне нужны сундуки. Чтобы избежать такого момента, как какое-то пропадание своих ресурсов, мало ли. Ранее на ранних стадиях модов, когда я играл на версии 1.16, 1.15, когда апгрейдишь рюкзак, то там происходил такой момент, что не всегда все ресурсы сохранялись в данном сундуке при его апгрейде. Поэтому я решил его все ресурсы выложить и начать апгрейдом заняться данного рюкзака. Скрафтив медный, все-таки, когда я рассуждал, что будет железный быстрее и выгоднее, нет, медный оказался быстрее для меня. Насобирав чуть-чуть железа, добыв золото в своем инвентаре, я заапгрейдил его до золотого, и он мне понравился, потому что настолько обширной и большой стала вместимость моего сундука, что у меня не было просто слов. И я сразу сказал, что мы залутаем структуру всю. Это было однозначно принято решение, залутав последний сундук, и я решил попрощаться с зрителями уже, так как подходила уже ночь. Необходимо было ложиться спать, так как сегодня я уже ходил на работу.